Всем привет, ребятки, с вами я, Арина, и вы смотрите мой канал. И в этом видео я буду распаковывать вот такие вот бумажные сюрпризики. И как всегда я сделала одну новиночку. Поставьте сейчас видео на паузу и попробуйте угадать, как она называется. Вот такие вот тут пакетики. Я думаю, то, что вы уже написали. Я говорю правильный ответ. Эта коллекция называется «Голубая тема», так как тут все пакетики голубого цвета, в них всех присутствует голубой цвет. Ну, кроме этого, он такой голубо-зеленого цвета. И еще, ребятки, спасибо вам большое за 300 подписчиков. Я вас очень сильно люблю. И также, как я и обещала, будет конкурс и еще прямая трансляция на 300 подписчиков. Вы решили то, что она будет про то, как я делаю новиночку. И также мы на трансляции с вами украсим вот этот вот фон глиттером, как мне посоветовала моя подписчица. Но, возможно, сегодня трансляции не будет, так как я сегодня не успею, потому что я еще хочу написать картину и тем самым снять видео на мой канал Арина Стар, так как оно уже должно сегодня там выйти. Может быть, и проведу прямую трансляцию, но если нет, то ждите ее завтра. И в конце этого видео я расскажу про итоги конкурса, так что смотрите мое видео до конца. Ну а мы начинаем распаковочку. Мы сегодня с вами закончим коллекцию Моланг. Следующая коллекция — это надувные круги. Давайте возьмем вот такой вот пакетик, где написано «Hello, June». Следующая коллекция — это пасхальный кролик из ВК. Стикеры давайте возьмем. Вот такой вот пакетик. Также в следующем видео мы с вами закончим три коллекции. Это коллекцию «Надувные круги», «Пасхальный кролик из ВК» и коллекцию «Летний лук». Давайте возьмем такой пакетик. Вопрос-ответ. Давайте вот такой вот пакетик. Такие два остались. Дальше коллекция «Ожидание vs. реальность». Давайте возьмем вот, нет, вот такой давайте пакетик, где написано «Ожидание vs. реальность» по-необычному. Прошла новиночка, это губки. Давайте возьмем вот такой вот пакетик, он мне как-то не очень нравится. Не получился у меня, так скажем. Также сейчас будут все новиночки на вот такой вот бумаге, типа как клетчатой. Хотя это обычная бумага, и я нарисовала клеточки. Это бумага альбомная, так как она плотнее, и фломастер на нее ложится лучше. Такие вот пакетики из коллекции «Голубая тема». Давайте возьмем вот такой вот пакетик с резиночкой. И переходим в наш с вами каталог. Также уже совсем скоро, если мы на нее обзор, первая часть будет. Вторая часть где-то будет, когда у нас с вами будет вот столько вот сюрпризиков. И третья часть. Может быть, будет и четыре части, я не знаю. Коллекция Моланг у нас тут с вами. Вот такой вот пакетик. Мы ее сейчас с вами закончим. Ой, нам с вами попадается тот самый миленький Моланг. Этот Моланг ребеночек. Я уже чуть-чуть заговариваюсь опять-таки. Вот у него тут ушки розового цвета внутри. Также тут пуговички розового и бирюзовых цветов. На этой страничке вот такие вот Моланги. На этой страничке... Вот такие вот. Сейчас я этого приклею и вам покажу поближе. У вас еще бывает такое, то, что вы отклеиваете пергаментную бумагу, а она не хочет отклеиваться? У меня, да, как вы видите. Давайте приклеим вот сюда вот.
И вот такие вот маланги на этой страничке. Мы с вами закончили эту коллекцию. Следующая коллекция — это «Собери летний лук». Вот такой пакетик с пляжной сумочкой. О, и нам с вами попадается вот такая вот футболочка. И она подходит к этому луку. Вот сюда вот. Нет, не так. Хорошо, что можно переклеить, хоть тут и нет скотча. Вот так пусть будет. Вот такой вот первый лук мы с вами собрали. Второй соберем в следующем видео с распаковкой бумажных сюрпризиков. Оно выйдет послезавтра. Следующая коллекция — пасхальный кролик из ВК. Такой пакетик тут. И нам с вами попадается вот такой вот модный кролик в очках солнечных. Наверное, танцует. И сейчас давайте мы его с вами приклеим. Он под номером 3 тут можно увидеть. Вот такие вот тут пасхальные кролики на этой страничке. И вот такие вот на этой. Сейчас я приклею, покажу поближе. Давайте вот сюда приклеим. И вот такие вот тут кролики на этой страничке. Нам с вами остался последний кролик под номером 2. А может быть, и будет его друг. Мы еще с вами не знаем, это загадка. Дальше следующая коллекция — это надувные круги. Вот такой вот пакетик. И нам тут с вами попадается вот такой вот надувной круг фиолетового цвета. Сейчас давайте мы его с вами приклеим. Он под номером 1. Вот сюда вот я приклею. Как-то вот так вот пусть будет. Надо не просто в кучу их скинули почти и все. Но я хотела их сделать больше, но видите, туда даже 5 еле получается, помещается. И нам с вами тут остался круг под номером 2, так же, как и в этой коллекции пасхальный кролик. Ладно, следующая коллекция — ожидание vs реальность. Давайте сейчас я отвечу на вопросик. Главное не порвать вопросик. Я его чуть не порвала. Также еще на трансляции мы с вами сможем пообщаться. Я смогу также поотвечать на ваши вопросики. Вопрос: снимала ли ты просто так видео для себя? Да, я раньше в детстве снимала просто так видео для себя, когда играла в кукол и все такое. А сейчас я снимаю только на YouTube. Так зачем снимать для себя? Мне так почти времени не хватает, чтобы для себя видео снимать. И нам с вами попался вот такой вот алмазик из коллекции «Ожидание vs реальность». Он под номером 11. Тут я решила делать такие помогашки. Мне кажется, мы с вами все сюрпризики соберем ожидания, а потом уже будем собирать реальность. Также пишите свои догадочки в комментариях, как вы думаете, что же будет за сюрпризик под номером 12 в реальности этого алмазика. И также у этого кубика. Следующая коллекция — губки. Вот такой вот пакетик с перфорацией. И нам тут с вами попадается вот такой вот сюрпризик. Это вот такие вот губки. Очень прикольные. И давайте мы их с вами приклеим вот сюда. Вот тут тоже силуэт напоминает. Но я уже говорю, мы с вами приклеиваем просто куда захотим и все. Такие вот тут губки с клыками и вот такие вот обычные.
И вот такой вот лист коллекционера, коллекция «Голубая тема». Вот тут также две странички, потому что на одной страничке сюрпризики не поместились бы. И этот пакетик с перфорацией, с вот такой вот необычной. И нам тут с вами попадается вот такой вот скейтборд. Тут на нем написано «Vans of the Wall». И под номером 7. Давайте приклеим вот сюда вот. Вот так. Тут также написано «Голубая тема» тут и тут. Вот и распаковочка подошла к концу. А теперь я объявлю условия, чтобы поучаствовать в конкурсе. Итак, первое условие. Также я вам расскажу о призах. Первое условие – быть подписанным на мой канал, как всегда. Поставить где-то 5 лайков, если же вы их не поставили, то переставьте, можете посмотреть мои самые первые видео. Да, они были со слаймами, но на этих тоже можете ставить лайки. Дальше. Третье условие. Нужно позвать на мой канал хотя бы одного человека, либо же сделать мне пиар, либо же коллекцию. Я думаю, вы помните, что я делала коллекцию для канала «Бумажный мир» и для канала «Нелли Гомес». Наподобие такой коллекции можете сделать мне. И также, конечно же, пишите в комментариях, какое третье условие вы выбрали. Сделать мне пиар, позвать на мой канал где-то как минимум одного друга, либо же сделать для меня коллекцию. Мне будет очень приятно, если вы сделаете для меня коллекцию. И четвертое условие, нужно написать под этим видео плюсик. И сейчас я рассказываю о призах. Будет всего 3 места, как всегда. Первое место это будет пиар, дальше 20 лайков на видео. Дальше будет аватарочка. Вы мне скинете в ВК, со мной свяжетесь, и я нарисую аватарочку. Либо же напишу красками. Это уже зависит от вашего мнения, как вы захотите. И думаю, все. А, ну хотя еще я оставлю комментарий под вашим видео. Хороший. Дальше. Второе место человек. А, еще первое место человек получит подписку. Не помню, говорила или нет. Дальше второе место это подписка будет. 15 лайков. И также еще будет коллекция для этого человека. И последнее третье место это будет подписка. 10 лайков. И коллекция, наверное, для этого человека, да. И также еще я в комментариях напишу эти условия и также еще призы. Так что обязательно смотрите, если же вам было непонятно то, что я сказала. Думаю, вам понравилось мое видео. Всем пока-пока, до новых встреч, я вас люблю. Увидимся на трансляции в следующий раз.